развитие мира и человечества. Вот уже сейчас есть такое восприятие? Ahora puedes ver todo en la luz azul del alma. ¿Tienes esa sensación? Sí, sí, sí. Вот, отлично. Теперь на этом вот у вас голубой горизонт, впереди горизонт счастливого любого развития событий. O sea que tenemos ese horizonte azul, o sea que delante de nosotros está el horizonte de los eventos felices. Теперь выделяете область вашего бизнеса. Y ahora vamos pues a seleccionar el área de nuestro negocio. Выделяете ее на уровне где-то вот, как вы за столом сидите, да, на уровне стола. Просто на события вы всегда смотрите сверху, да, не то, что они на вас давят, да, а вы сверху на них смотрите, тогда вы их можете распределять. Lo vas a mirar desde arriba. Si tú estás al lado de una mesa, puedes dejarlo al mismo nivel de la mesa, o sea, para que tú lo mires desde arriba, ¿no? De esa forma puedes trabajar con más facilidad. Вот у вас сегодняшний день, завтрашний, дальше, ну все это вы сверху на это смотрите и ваши планы. O sea que desde arriba estás mirando que tienes el día de hoy, el de mañana y tus planes de lo que vas a hacer. Ну, вот вы смотрите на эту область, и теперь через воспримите числовой ряд, вот 2, 8, 9, 4, 7, 1, 3, 1, 4, 9, 1, 7. Это ряд, реализующий вечное развитие через экономическую сферу. Y vas a mirar esta secuencia para la realización de la vida eterna a través de la esfera económica. От чисел на вас, числа светятся серебристо-белым светом засвечиваем, на вас идет свет и от чисел и от промежутков между числами. Y vamos a iluminar esa secuencia con una luz de color blanco plateado. Vemos que tiene también espacios en blanco. Y постарайтесь на них смотреть таким внутренним зрением из глубины где-то головы, да, выводить взгляд, вот так открыть где-то из глубины, даже не физическими глазами, а из какой-то глубины такой посмотреть, и вы увидите, на вас хлынет свет. То есть на вы получите все необходимое, что вам нужно. И después, cuando miramos esa secuencia, digamos como si fuera mirarlo con unos ojos que tuviéramos en el centro de la cabeza, o sea, desde el interior de la cabeza, no con los ojos físicos normales. Y pues los vamos a percibir las cifras. Все необходимо, и денежные средства, да, и здоровье, и норму событий, вообще все, что нужно, знания, все, и вот эти числа мы воспринимаем из этой книги как источник всего, ну прямо вот что нужно для вечной жизни. Вот получаем. Vas a ver a partir de estos números todo aquello que es necesario en la vida eterna y de esa manera vas a obtener los recursos, los medios, la manera de proceder, el conocimiento necesario, etc. Начинаете так работать, в голове очень просветляется, ощущаете? Y vas sintiendo que la cabeza se ilumina, ¿lo sientes? Sí, sí, sí. Получаете на себя свет, он идет вот наверх грудной клетки. Que esa luz va bajando por el pecho. Вы как бы вот внутренним движением сердца, вы как бы берете эти знания, вот все, что необходимо именно для вечной счастливой жизни. Вот источник, да, от чисел идет свет, вы этот свет принимаете. Y vas recibiendo esa luz que viene de la secuencia, que es como una fuente luminosa. Y сразу же, да, вверх грудной клетки сфера такая, ну, очень четко у вас установилась, и вот уже состояние устойчивости, да, есть. Y vas sintiendo en el centro del pecho como una esfera y te da como una sensación de estabilidad, de tranquilidad. ¿Lo estás sintiendo? Sí, sí, sí.
теперь уже из этой, теперь посмотрите опять на ваш бизнес. Это событие перед вами как бы на уровне стола. Вот ваши события вашего бизнеса. И теперь от себя вот так свет направляете. И всех людей, все события, все ситуации продлеваете дорожки событийные именно до бесконечного горизонта, как по поверхности стола ведете. De esa manera, pues vas trazando como caminitos hacia todos los eventos, como al nivel de la superficie de la mesa, lo estás viendo. Ну, при этом поверхность стола для вас как поверхность реальности голубая, да? И вы по этой голубой поверхности, по сфере мира, да, видите развитие, что ваш бизнес вот двинулся, пошел свет, пошло развитие. Это вы направляете на вечное развитие своим действием. O sea que por la superficie de la mesa, con esa luz azul, pues vas moviendo todos los eventos en el camino hacia el desarrollo eterno mediante tu acción. Вы раскрываете яркий-яркий, чистый-чистый свет до бесконечности, который идет именно до той области, которая нам нужна, где реализована всеобщая вечная жизнь. И estás viéndolo todo en una luz clara y ves que todo está ahí, todo lo que haga falta para, todo lo que hace falta para la vida eterna. То есть главное создать вот эту платформу, да, необходимую для вечной жизни. Вот серебристо-белая, яркая-яркая, все, вы четко на ней стоите. O sea que se ha creado como una especie de plataforma para la vida eterna y tú estás por encima de esa plataforma. Вот увидели эту платформу? ¿Estás viendo esa plataforma? Sí, veo, es que veo de repente así mucha luz y de repente como